Девятая глава книги пророка Иезекииля. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря, «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». А тем сказал вслух мой, «Идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказал им, «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал, «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» И сказал он мне, «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь».